Всем привет! Привет, с вами Артемий Копенский. Сегодня мы будем кушать киндеры и пытаться собрать игрушки без подсказок. Ну что, начнем? Меня зовут Яна. Я в Копенгагене у Акопенского. Что я тут делаю? Привет, меня зовут Елисей. Привет, меня зовут Матвей. Всем привет, меня зовут Дана. Привет, меня зовут Женя. Сегодня Артем пригласил меня в детство. Привет, меня зовут Лиза, и сегодня мы открываем киндер-сюрпризы. Моя очередь кушать шоколад. По счастливому совпадению я оказалась сегодня с чем-то очень большим. Давайте посмотрим. Я даже не знаю, этот киндер будет действительно полностью шоколадный или нет, потому что я видела, когда туда всякую ерунду записывают. Здравствуйте! И меня он заставляет открывать киндеры. Ладно, ну что ж, тогда откроем. Суть – открыть киндер, собрать игрушку без подсказки. Ну что ж, попробуем. У нас есть три киндера. Выбирай. Три киндера. Этот. Этот. И можно один из этих. Еще яйца в доме. Это у вас семейное, да? Это я всех научила, да. Вкус такой же, как и раньше? Или он поменялся? Попой. Может, там будет много маленьких киндеров? Я не знаю. Это реально огромная шоколадка. Это просто прекрасно. Так, как делали дети? Это вкусно. Ну что, посмотрим. А ее надо аккуратно открывать, да? Или можно просто открывать? Как хочешь, как получится. Я буду тогда неаккуратно. Мне сказали, что можно киндер есть сразу, поэтому я буду есть. Не зря же они тут лежат. У меня что-то странное, очень странное. И это похоже на какую-то женщину. Сейчас, секунду, я должна ее собрать уже, да, сначала. Она просто вот так засовывается. Это женщина с желтыми волосами и с красным лицом. С ней все нормально, наверное. Я не знаю. Стой на краешек. Ну еще два. Не знаю, что мне попадется. Ну, надо или что попадется какой-нибудь. Не бегу. Давайте помогу. Я просто обычно же зубами открываю. И это какой-то бегемот. Просто бегемот. Нет, для чего. Все понятно. Нет, он печать. Печать бегемот. Печать. Он печатает.
Я поняла, как их открывать. Их можно вот так вот просто брать, открывать. Растягивать. Это попасть в детство. Будем, да, вот так вот. Так, первая игрушка, что же мне там попалось? Ну, как же пишет шоколад? Я без инструкции не разберусь. Привет! О, у меня утка, которая курица. Ну, в прошлый раз она была курицей, вы можете не смеяться. И она ездила к... Странная. Может, это павлин утка? Потому что у нее есть хвост. Не очень понимаю, что это значит. Утка качели. У нее есть цветочки. Зачем они? А, нет. У нее есть корзинка. Кто-то уже чавкает яйцами. Я не понимаю, куда ее на голову и что надевать эту корзинку. Или вот так, может? Можно я посмотрю инструкцию? И цветочки тоже корзинки. Вот так. Но мы сейчас сравним с тем, как нужно. О. А, еще не так. Корзинка. Это, оказывается, не корзинка, а катапульта. Вот так. Ты кладешь сюда цветок и не попадаешь никуда. Здорово. Поставлю сюда. Так, второе яйцо. Тоже там такое. У меня герой. Это очень сложно собрать. Вообще, в моем детстве яйца были сложные. Без инструкции не разберешься. Всякие физические опыты или классные фигурки из твердого пластика. А теперь вот, как это называется? Енот. Злой енот. Я бы не оставила себя его в коллекции, если бы мне было 5. Так. Последнее яйцо. Я тоже хочу сундук с деньгами. А кому попался... Как это называется? Как круто! Это... Меняешь на енота? Енот может чудеса выставить телочкой. Они могут вечеринку устроить, а какую-то дискотеку. Она ему не по росту. Это, между прочим... Это ее сын. Это, между прочим, Power Woman, самая феминистическая женщина вселенной Marvel, которая всех спасла и непонятно, где находилась все это время. Надо пересмотреть. Так. У меня есть круг с дыркой. Два круга и еще один круг. Непонятно. А, это, наверное, круг с, два круга, они внутри одного круга, вокруг них уже круг с дыркой. Все логично. Да, и здесь вот юбка. Будем считать, что это... Мне кажется, это Юла. А. Будем считать, что это Юла. Все. Спасибо. Спасибо.
Спасибо. Вкусненько. Я хочу машинку, на самом деле. Стиральную. Стиральную. С многофункциями. Это вообще очень странная штука. Тут есть 3 зеленых детальки. 3 зеленых. И 1 черная. Это, походу, спиннер. Отвечаю, это спиннер. Это реально спиннер. Офигеть. Ладно, я оставлю потом перекусить. Я не хочу ничего здесь ломать, но так получается. Ладно, я сильная волевая женщина, я съем весь киндер до конца. Это мартышка на дереве. Ну, скажем так, я победитель этого конкурса, я собрала их все без подсказки. Ладно, пока не буду говорить. Я собрала их без подсказки. Мне кажется, это так должно быть. Это очень странная штука. Боже, как дети это делают? Как они его впихивают? И оно все впихивается ровно. Вот так. Это мартышка. Похоже на хозяина этого дома. Я бежу. Ладно, не буду быть хозяином. Простите. Все за ваше здоровье. А, детям было, значит, можно с инструкцией. Но ты бы тоже не справился с сундуком. Штамп слона. Так, что у нас? Это Марвел, да? Ну, мне кажется, слон как-то не вписывается в это. Ну, ладно. А спиннер вписывается? Он не факт, что был из вселенной Марвел. Он был из вселенной Марвел. Из той же коробочки? Ладно. Зайчик, у которого между ног проезжает зеленая штука. Упс. Угу. Что в инструкции? Вот тут еще что-то. Алтарь. Здесь деревья. Так. Это из той сказки, где на скейтборде катаются другие животные. Окей. Оказывается, это не арка, а два дерева, которые должны стоять. Вот так вот. Но не хотят стоять. А заяц стреляет в них. А это ворота. Ворота — это как будто типа мяч, я не знаю. Странная игрушка. Тут что-то...
Так. Ну все, это надолго. Ну, эта часть явно так собирается. Теперь вопрос, что дальше, и что я уже сделал неправильно. Так. Тут еще наклеечки есть какие-то. Может, какая-то... Блин, как все сложно. Не, подожди, я, кажется, понял. Без подсказки интереснее. Как надо. Так, что, подожди. Все, вот это понятно вроде. Вопрос, куда кольцо? Так, ладно, я посмотрю. Не помогло. Это еще сложнее, чем кажется. Подожди, ладно. Что? Подожди, как это работает? Давай я тебе помогу. Давай, смотри. Без подсказки. Разберешься без подсказки? Да. Так, я это такое вроде бы уже собирал. Собирал? У нас читер в команде. Он уже собирал что-то такое. Это тоже в инструкции было непонятно куда. Но вроде бы это должно было стреляться. И надо попасть было вот в эту штуку. Смотри. О. Ну да, конечно, такие... Все, не, ну слона я себя ставлю. Все, это будет мой слон. Мой слон. Лучшая игрушка. И шоколад. Нравится больше всего машинки. Машинки на колесиках. Это самое интересное. Спайдермен. Честно, я читер. У меня такая игрушка уже была. Я такой, оп. Спайдер. На своей сетке. Да, почему мы решили сделать это, никому не известно. Пасха хоть и сыкора, но это не из-за Пасхи. Спонсором мог бы быть Kinder, но, к сожалению, нет. Если мы соберем 1 000 000 просмотров, может быть, они что-нибудь нам пришлют. Счет. Спонсор этого выпуска – больное воображение Тёмы. Какие его друзей? Воображаем, что их-то не видно. Видно, вон и стоят на столе. Енот. Спайдермен. Феминистка. Айронмен. Пластмассовый железный человек. И спиннер. Спиннер. Друзья. Наши друзья. О, у меня действительно проблема. Это совсем не то, что я хотел. Хотел Феррари. Я получил какой-то банан. Нет, это явно не должно как-то соединяться. Так, это не это. И не это. Это? Или нет? Включайте камеру, не сейчас хочешь, сейчас с тобой разбираться. Да. Окей. Тут есть резинка.
Резинка. Ого. Резинка. Это очень сложно. Так. Ну, допустим. Чуть я порву эту резинку. Почему это так сложно? To eternity, там резинка, ее надо натянуть на вторую. На вторую часть. Окей, так, одна часть есть, сторона. Это горилла. Горилла сейчас собирает. Я почти порвал. Окей, 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 окей. Эти две штуки соединяют. Что она делает? Она должна держать камень. Как-то так. А вот так. И, видимо, кидать его далеко как-то. Что? Что с ним можно сделать? Феминистку. Карила нападает на феминистку. Ну давай. Так, стоп. У-у-у-у. Короче, это стоило того. Все, буду теперь ночами залипать. И кидать этот камень. В зайчиков. Что, у меня еще есть? Или все? Все. Все. А все. Что? Дан, твоя очередь. Давай. Заберу с собой. Что тут? Внутри. Вот что-то круто. Я даже не знаю, если... смогу. Тут есть пол лошади, еще пол лошади. Много. Не собирать. Ага. Должно было быть вот так. Не так, у нас игрушка из той истории, и ее было легко собрать. О, почти. Открывайте маленький тоже. Маленький? Ну, давай. Пойдем еще по маленькому. Почему ты откусила так мало шоколадки? Тебе не понравилось? Понравилось. Мне кажется, у меня сегодня будет шоколадная передозировка. Блин, это реально работает. Тут все в шоколаде. Шоколадная жизнь. Она такая. Что это? Ящерка. Ну, точнее, хамелеон. И, по-моему, он ездит. Нет, нифига он ездит. Все? Нет. Еще все маленькие? Ладно. Для хорошего настроения. У нас тут. Я есть грунт. Окей. Okay. Давай ты будешь собирать игрушки, и мы сделаем шоколад есть. Давай. Хочешь большую? Давай. Ты тихнешь? Я могу попробовать. Пойдешь так наклонить. Да. Дай тебе вот так. У нас есть грунт. Давайте замерим, в кого влезет больше кусок шоколада. Кто больше любит шоколад?
Ну все, очевидно. Очевидно? Мне кажется, Елисей мог бы составить себе конкуренцию. Он уже две руки засунул в рот. Пока ждет. Я попробую его согнуть. Съесть как хот-дог. Давай. Он падает на тебя. Она сломалась. Она... А знаете, что у меня есть? У меня есть то, о чем мечтали вы все. У меня есть машинка. Ага. Вы все хотели, она была здесь. Только... И вот она. И она. Ты хотела машинку? Я тебе ее дарю. Я хотела всем. И Артем. Ну что, всё, ну, спасибо. Еще один. Нет, я все распаковала. Давай. Подожди, был грунт, была машинка. Я потерялась. Ну, я больше не вижу киндеров. Я думаю, это все. На этом все? На этом все. Можно их посмотреть два. Два кусок. Ай, ну вот и все. А, микрофон там. Угу. Вы пока дербаньте. Ну вот и все. Съели, распаковали. Еще раз. Возьми кусочек шоколада, чем? Большую. Давай, а, я уже пропала. Да, нормально. А, еще кушай. Ну вот и все. Больше киндеров нет, все игрушки собраны. Пошли кушать шоколад. Пока. Пока-пока. Так, держи. Это надо в центр положить, да? В серединку. Угу. Да. А вот это вот сюда сверху. Это закрыть. А что вот это? Это ключ. Это ключ, да, сюда. Ключ, чтобы открывать этот домик и забирать денежку, которая спрятана снизу. Тут написано, что есть какое-то приложение, можно скачать, и на каком-то этапе тебе нужно будет открыть эту скважину вот этим ключиком. Тут еще какие-то наклеечки. Можно обклеить сундучок со всех сторон. Спасибо.
Пока. Кушай. Я хочу яблоко.